В Новороссийске встречались соседи по турнирной таблице, которых разделяло лишь одно очко. 15 минут команды присматривались друг к другу. И вот первый опасный момент на 17-й минуте. Демин получил мяч в пределах штрафной, но обработать его не сумел. Через 2 минуты нерасторопность Курдюмова и Камнева привела лишь к угловому удару. Листинцам же создать опасный момент у ворот Руденко удалось только на 21-й минуте. После розыгрыша штрафного мяч прошел рядом с боковой стойкой. Через 15 минут ошибка Бадрис Пандерашвили могла закончиться плачевно для новороссийцев, но дальний удар Иванова пришелся прямо во вратаря. Ответ черноморца не заставил себя долго ждать. Но после подачи в штрафную площадь Демин головой пробил в перекладину. На 45-й минуте новороссийцы пробивают штрафной, но по курсу полета мяча оказывается Константин Камнев, который спасает ворота гостей. В самом начале второго тайма стопроцентную возможность открыть счет в этом матче теряет Лев Майоров. В дальнейшем соперники особо не тревожили голкиперов, и даже 6 замен, проведенные тренерами, не оживили игры. Однако черноморец мог вырвать победу на последних секундах матча, но блестящий удар Майорова парирует Дмитрий Алексеев. Ничья 0-0.